мы так счастливы, что сейчас надо отдохнуть и, ну, с новыми силами уже дома отыграть матч. Ой, мы все варианты разбирали, и с Фабрис, и без нее, и Кадочкина в диагональ. Ну, вообще разные, какие возможны могут. У нас сегодня оказалось сильнее, это первый темп. Очень хорошо нападали первый темп. За счет того, что у нас был прием, и первый темп очень много нападал. Спасибо вам огромное. Ну, я считаю, что девочки сегодня собрались, играли очень дисциплинированно. Было небольшое количество брака, которое можно и нужно исправлять, но в общем матч в общем был очень хороший, то есть они держались, можно сказать, установки на матч без каких-то нарушений грубых, так что за счет этого и как бы сложился такой результат. Действительно хорошо играли. В первую очередь хотелось поздравить команду «Уралочки». Они очень хорошую игру провели. Очень чистенько, очень с большим желанием победить. В каждом розыгрыше, в каждом элементе играли одной большой командой. То, что, наверное, нам сегодня где-то не хватило. В каждом элементе у нас было много ошибок. Где-то связано с собственным браком, где-то, опять же, соперник вынуждал нас ошибаться. Саманта Фабрис сегодня в заявке, да, была, но еще не совсем готова. Конечно, не хватает диагонального игрока. Мы пытаемся нивелировать эту потерю, но надеемся, что Сэм подойдет к ответной игре. Ждем, ну, каждый день у нас это, перед каждой тренировкой, перед каждой игрой это. Мы ждем ее, пока нету уверенность, что она может нам помочь. Нужно правильные выводы сделать, это 100%. И я думаю, без поражения не бывает побед. И дай бог, чтобы вот это поражение нас сейчас сплотило, и мы показали свою лучшую игру в Тагиле. Ну, игрок показал очень хорошую игру с крестами. У них получилось абсолютно все, что не можно сказать о нас. Наверное, какое-то психологическое преимущество, наверное, сегодня было у «Уралочки», чем у нас.